Добрый день, дорогие друзья. Зимой у нас была серия роликов «Встреча с нашим дорогим и замечательным педагогом, отцом, другом, народным артистом России Фридрихом Рокторовичем Липсом, профессором Российской академии музыки имени Гнесиных, заведующим кафедрой». И вот сегодня в момент каникул нам на месте не сидится, и мы решили еще раз приехать в гости к Фридриху Рокторовичу. Здравствуйте, Фридрих Рокторович, добрый день. Здравствуйте, рад вас приветствовать у меня на даче. Это у меня дальняя дача получается, у меня сейчас есть ближняя и дальняя. Да, у меня была идея обязательно заехать на эту дальнюю дачу в связи с тем, что с этой дачей связана огромная история. Фридриху Рокторовичу когда-то дали эти, ну, Фридрих Рокторович сам расскажет, когда вам дали. И здесь много-много-много интересных вещей, связанных с творчеством, с жизнью. Каждая вещица, которая здесь есть, вот попросим Фридриха Рокторовича рассказать. С чего начнем, Фридрих Рокторович? Давайте мы начнем сейчас. Да, может быть, лучше начать. Так, сейчас переверну. Со второго. Ну, здесь вот, мы пройдемся. Здесь вот висят, да. Одна из первых моих поездок за рубеж. Вот эта маска, она из Монголии. Это какой год, не помните? Это год, почему не помню? Это год 71-й. 71-й? Да. А можно посмотреть? А может, даже 70-й. Ну, я еще студентом был. Можно посмотреть, что там? Ну, конечно. Она приделана. Страшно этот. Так, а это тоже оттуда? Это я не помню откуда. А вот это вот из Эльзаса. Я много раз бывал во Франции, в Швейцарии, в провинции Эльзас. Был ряд концертов. Там замечательное вино, прекрасные сыры. Ну, а публика тоже замечательная. А вот эти какие-то интересные. Это чешские. Откуда-то, да. Сейчас же не вспомнить, да? Пойдем. Сейчас пойдем дальше, вот пока мы не дошли до второго этажа. Интересно, я могу показать. Давайте. В 90-е годы я собирал в каждой стране этикетки для пива. Когда вы там были, да? Стаканники, да. И вот тут большой выбор. То есть по этим этикеткам можно изучать ваши концертные поездки, гастроли, да? Да, но потом я перестал их собирать. Все время что-то собирал. В детстве спичечные этикетки собирал. Потом монеты. Кстати, спичечные этикетки очень интересно было собирать. Жалко, что сейчас не делали. Не сохранилось у вас? Да нет, куда-то все позабыли. А это какие вот баянисты? Это откуда? Это не знаю. Это все откуда-то. А вот кто-то сделал, вижу, вот, ручная работа. Да, наверное, подарили. Вот еще этикетки. А вот это вот... Аист. Вот, покажи вот это. Какой? Клоуна. Так, клоун. Что с клоуном? Вот этот клоун, это какой-то знаменитый клоун в Швейцарии. Мне там подарили его такой вот портрет, а он тут еще есть в другом ракурсе. Тоже. То есть в двух поездках мне все дарили почему-то клоуна. Ну да, знаковый для них. А это вот в Норвегии. Когда я был в Норвегии, там, как это называется-то? Ну вот эти замечательные. Белые, эти не белые ночи, как его Северное сияние. Северное сияние, да. Просто вылетело слово. Северное сияние. Потрясающе там. Даже иногда видели. Ну что, пойдем наверх? Наверх, я вот тут еще, пока мы до верха не дошли. Ой, вот интересно, 100 лет баяну, это чье производство? Made in Art Ceramic. Так. Здесь вот я заметил, Фридрих Рокторович, пока мы собирались, такой плакат, это получается календарь Российской академии музыки имени Гнесиных, 1998 год. Вот памятные даты, что тут, ну, июнь, 50 лет со времени выпуска, сентябрь, 50-летие, это, видимо, было большие юбилеи. Ну, это просто... Ну, интересно сделано. Вот. Здесь вот зал органный, здесь вот... Вход главный. Интересно. Так, пойдемте наверх. Давай покажу вот эту афишу. Какую афишу? Да, вот афиша. Так, что это за афиша? Какой это был концерт? Это... Станислав Петченко, виолончель, Станислав Липс, фортепиано, открытие сезона. Это Минская филармония. Год, не помню какой, может быть, лет... 11-й вот написано, по-моему, нет? Лет 8-10 прошло уже, да. Может быть, 11-й. Нет. 9-й, 10-й, 11-й он наверху. Начало в 19:00. Это числа, наверное. А, то есть это не год?
То, ну, все равно лет. А я думал, это 9 октября, например, 2011 года. Не знаю. Короче говоря, было открытие сезона, и меня Евгений Бушков пригласил. Кстати, 27 сентября опять он меня пригласил на открытие сезона, и будем играть там Бронера «Семь еврейских песен» с камерным оркестром. Играли, я играл «Вива Вочи» с оркестром и «Семь слов Губайдулиной», и Слава играл «Рондо под Гайц», а потом мы с ним играли «Пьяццоллу». А вот, да, программу я снял. Ну, пойдемте наверх. Да, пойдемте наверх. А это какие картины? Тоже дарили, наверное, да? Это какой-то художник в Средней Азии мне подарил. Я как-то так... Замечательная картина, но я ее почему-то... Не знаю, кто мне это подарил. Иногда дарят и... Думаю, может, написано. Ну, ладно. Ну, пойдемте наверх. Пока поднимаемся. Я первый пройду. Вот слева какая-то картина, я хотел о ней подробно спросить. Судя по вашему выражению лица, и это буквально где-то после Клингенталя, наверное, сразу, да? Ну, судя по... По юному. Да, по бабочке. По бабочке, судя по бабочке. Это, не помните, кто это? А.С., да? Кто это написал? Ну, вот так дарят, не представляется. И очень красиво. Mm-hmm. И очень характерно. Ну, баян-то похож на ваш вроде. Баян Юпитера, это точно. Так, а это тоже кто-то выжигать им сделал. Ой. Спортивный комплекс Медео. Тоже там были? Был, да, играл там. А там какая программа была? Не помните? Там сейчас афишу увидим. А, вспомним. Пойдемте смотреть афиши. Так. Ну, это и 5-й международный конкурс Кубок Святых Оливса. Это я помню. У меня, по-моему, даже Редик Баталов был лауреатом там. Так, а это что? Это в Китае что-то у меня было. То ли гастроли, то ли мастер-класс, то ли жюри. Это какой-то... Там я много раз бывал. Ну, вот они, раритетные афиши. Москонцерт. Это какой год-то хоть тут понять? А тут не поймешь, какой год. А, потому что они заготавливали, да, афиши? Нет, они это делали прямо на очередной тур. Угу. И там уже местные писали и число, и год, и все. Ну, вот из программы, чтобы всем, чтобы кому интересно изучить, какая программа была, прелюдия, фуга, ля минор, три хоральные прелюдии, соль минор, бемоль мажор, фа минор, токкадо, фуга, ре минор. Подождите, это что? А, это разные программы, да? Это две программы в одну поездку. Это редко, когда баянисты так играли. Ну, просто это что-то, ну, как бы... Это здорово. Много по времени, один, да? Ну, в один вечер. Я два вечера как-то играл разные программы. Вот эти, да? Да. Банщиков, соната, Фатлари Суита, Депрофундис, Щедрин. И тут же сразу Журбин, Дифтих. Ну, да-да, Подгорный. Суита, Легуэна, Логини, Испанский танец, танец белого индейца. Билеты продаются. А можно полистать там? Конечно, давайте я полистаю. Нормально. Так, а это где? Это не... В том-то и дело, что... А, Московская филармония. Московская филармония. Не знаю, где. Здесь уже другая программа. Гвайдулин, Саната, Санатина, Хачаран, Дюренко. Второе отделение. Мусорские деревни, Скерца. Ну, я всегда программу подбирал, чтобы они очень цельные были. Вот видите, справа у меня, например, только русская программа. Русские композиторы. Мусорские Рахманинов. Слева... В основном оригинальная музыка для баяна. То есть программа должна быть цельная, со вкусом. Так, окей, давайте полистаем. Так, это... Это Ленинградский концертный зал, вон наверху написано. 88-й год. Да. Кому видно, сейчас я вот так поближе. 9 февраля 88-го года. Угу. Так, что здесь в программе? Бах, Базония, Чикона, Бельман, готическая сюита для органа. О, не играют, просто не играют сейчас, да, Бельман? Что-то я не слышал, что мы играли. Надо бы мне его повторить. Надо бы обновить, да. Ты профонец Лондона, Скирцах, это Золотарев. Шурбин, ностальгия. Интересно, если по этому телефону сейчас позвоните и спросить, билеты продадут. Так, это что? Киевская. Киевская филармония. Филармония. Какой год? Лютого 1977 года, да? Mm-hmm. Лют, наверное. Лют, это что? Февраль, наверное. Понял.
ряд международных конкурсов. Солист Филармонии Липецк. Так, Журбин, Волков, Подгорный, Золотарев, Альбенис, Ликуана, Гранат, Звелолобос. Квитки продаются в кассах Филармонии во всех. В Киеве у меня когда был первый концерт, там битком зал был, и мне было приятно, это было после Кельгенталя. Приятно было, что пришел весь квартет Ризоли в составе Николая Ивановича Ризоли и все. Пришел Ешкевич, Бесфамильно, Мисков, композитор. Вообще, как-то они очень дружно ходили. Сейчас вот такая ситуация, жалко, конечно. У нас, кстати, в декабре был украинский вечер. Да, с большим успехом, да, сыграли. Повезло, да, что так хорошо прошло. Так, давайте полистаем дальше. Такая это что? Мастера искусств с тружеником Байконура. О. А, вот это да. Вот у меня там справа ракета. Где ракета? Вон он, следующий. Вон, вон. А, вот это ракета? Там они подарили эту. Это фото. Липсу в память о священной земле Космодор Рома Байконур 19 апреля 85 года. Да. Такой плакат дарили. Так, а там какая программа? Да, классика и обработки, да? И обработки. Интересно. Так, Шендерев. Русский танец, русская свита. Сейчас. Аккуратно сейчас, чтобы не порвать. Так, а это что? Это Москонцерт, по-моему. А, нет, это другая программа, смотрите. Ну, где-то повторяется что-то, где-то другая. Ой, это у меня машина сейчас. А надо вот нажать. Секунду. Так, это что? Еще другая программа. Так. Еще другая афиша. Вот здесь у вас прическа более пышная, чем сейчас. А вот тут Золотарев целиком. А. Золотарев, 5 композиций, сонаты номер 3, камерная свита. По-моему, я в Харькове первый раз играл вот эту программу целиком Золотарева после его кончины. Угу. Так, ну это мы видели Байконур с вами, да? Так, а это что, концерт МИЦ Фридрих Липс? 2005 год. Музей. Балхаус. Где это было? Сейчас я скажу. По-моему, это Австрия. Культура Урлау. Да, это в Африке. Фу, в Австрии. Австрия. Имст. Город Имст. Это курортный город. Имаджелинск. Это вот так, это что? В Киеве. А, в Киеве, 2003 год. Да, это там... А, мы играли под Гайца Липс-концерт для баяна с симфоническим оркестром. Угу. Дирижер Роман Кофман. Ну, здорово, киевляне они. Однажды пригласили, я там играл симфонию Золотарева номер 2. Ну, там сильная баяна школа всегда была в Киеве. Ну, так она и сейчас сильная. Ну, да-да-да. Так, а это где с книгой? Это, по-моему, в Норвегии было. Лиллесал. Аккордеон. Так, тут что? Ну, это... По-моему, это Португалия. Так, дети купаются, это хорошо. Давай отсюда, сними еще. Все как положено. Лето, дети, вода, дача, дорожка. Все есть. Это Славина обсерватория, у них крыша есть. А, где? Вот это. Где он знаменитый свои фотографии снимает. Вот эта крыша съезжает по рельсам, вон, видишь? Да вы что? Да. Круто. С пульта так он хочет делать. Круто. Он из Москвы хочет снимать. Классно, технологии. Так, а это что тут? Эльтмастер. Так, это концерт Губайдулиной. Это мы играли в доме Хаммера на Красной Пресне. В какой год? Давно непонятно. Вот надо года всегда писать, да? Давно это было. Давно, сейчас уже не вспомню. А это Печенье сделал такой плакат. Да, мастер, это мы помним. Поскольку я играю на его баяне. Да, так, это здесь картины разные. Ну что еще? Что еще будем смотреть? Хватит, достаточно. Достаточно? В общем, дорогие друзья, такой небольшой у нас экскурс
Спасибо, Фридрих Петрович, огромное, что позволили всем познакомиться. Просто это даже интересно и не просто довольно доехать до таких мест, где все собиралось много лет. Спасибо, дорогие друзья. Радуемся лету. Скоро нас ждет сентябрь. Выходим на работу. Заведующий кафедрой уже объявил заседание кафедры, где мы будем приветствовать новых наших первокурсников и составлять планы работы. Всего доброго. Всего доброго. До свидания, до встречи.